Всем привет! С вами Елизавета. Как узнать жизнеспособность ваших семян? Самый лучший способ проверки схожести семян – это метод их проращивания. Чтобы провести тест на схожесть, берем пленку, на нее кладем салфетки. Салфетки увлажняем. Выкладываем семена. Опять слой салфеток. Салфетки увлажняем. Скручиваем в рулончик. Рулончик помещаем в стакан с водой. Глубина воды 1 сантиметр. Стакан закрываем. Периодически проветриваем. После того, как прорастут семена, нам необходимо раскрыть улитку. При хорошей схожести получаем рассаду, которую можно потом высадить в грунт. Аналогично проращиваем семена кукурузы. Семена кукурузы мы предварительно замачиваем на 12 часов. Полученную рассаду кукурузы высаживаем в грунт. Всем хороших урожаев и до новых встреч!